Окей, йога, если мы шмики, мы продолжаем пройти игру по названием Borderlands 2. Хаммерлот открывает сезон охоты. У нас, короче, жопа происходит. Враги жесткие. Ой, стоять, пули. Я сейчас бы так тупанул. У меня же возможность закупиться. У меня есть возможность закупиться. Это хорошо, то, что мне дали. Значит, там будет 100 пудов босс у нас. Ну, мне еще сюда нужно пробежаться. Зараза. Так, что-то горит. Что-то то, что мне не нужно. Правильно. Там что-то есть. Я все равно потом обратно, да, походу буду сюда бежать. На арену в ту, которая закрыта. И чё? Добраться до корабля. А кто это такой умный? Слишком умный, я вижу. Кажется, слишком умные. Но я умнее, я их убивать не буду, я просто... О, корабль! Сильный. Так, это охотник. Что за невидимые стены на ровном месте? Мне все. Так, тогда на месте. Не забывай, пароль 1, 3, 4. Подожди. 1, 3, 4. О, черт, они открыли дверь! Черт! Проклятие! Я хотел, чтобы твоему приходу оружие было готово! Так нечестно! Терминус. Может, знаете, много доп миссий, а так мы быстро с вами все закончим. Урон, шанс, крит урон. Даже так. Ты ж ё-моё. Окей. Походу, ну да, это походу битва с финальным боссом. Ну ладно, а чё нам терять с вами, зачем время? Гибель Накаямы. Убить профессора Накаяму. И потом продолжим просто охоту. Нихера себе. Но я вижу Джентштейн. Не такое уж секретное оружие. Главное, что он не хилится, ничего такого. Ой-ой-ой, что за херь?
Ой, тихо, 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 тихо. Воу! Ну, взрывные это не проблема. Все. О-о-о! Победа! Прямо клонирование джеков. Так, все, машинка. Мы с тобой очень быстро все это сделали. Ну, мы не убили доктора, да? А, не, мы в этой, по идее, должны убить. Что? А, ну-ка, я хочу попробовать. Ну, я вижу, радиус не такой же большой. Так, тебе удалось меня напугать, искатель. Ну, я так просто не сдамся. Да, ты просто настоящая машина смерти, но у меня остается мозги, оружие и корабль. А значит и шансы на победу. Эй. Выдающий результат, искатель хранилища, теперь ты можешь пожать плоды своих стараний. Доктор Накаяма. Сдох от перелома лестницы. Хорош, док, хорош. Да, это сильно. Так, а у меня хотя бы место есть? Есть. Лаборатория Накаямы. Он тут эксперименты делал. Арсенал. А, все, ребят. Как-то быстро на самом деле. DLC. Не, если идти по DLC. Ну, как вы видите, боссы у нас вообще изичные. А просто обычные враги. Обычные, жесткие. Финальный босс, что у него там? Сломать две верхушки и середина. Все. Сложность нулевая. Ну все, гибель, он сдох. Нам остается только подобрать все добро это. Идти дальше. Но мне кажется, мне места не хватит. Ну тут только деньги. Так, еще. О! Так, еще здесь, еще здесь. Ну да, типа. А, все, уже видите, места нету. Все? Чи-чи. Ну, вылазим отсюда, пойдемте все это дело продадим. Окей, сделаем по-другому. О, здоров. Одним заданием меньше. Так, что мне нужно? Телепорт. А, так, смотрите, у нас же здесь этот есть. А я могу обратно вернуться? Или нет? Мне бы магазин здесь найти.
нас только есть вон. Это не то. Блин. Жестко. Это мне возвращаться придется сюда. Ладно, вернемся. Все равно все на халяву получаем. Значит, грот охотника. Перемещаемся. Я сейчас продаю все, что есть. Мы бежим обратно. Все, 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 все бежим обратно. О, арбуз. Ой, черт, стоять. Продаем. Так, стоять. Я взял какое-то задание на время. Так. Где это задание на время? Так, ну я арбуз же взял, разве нет? Стража нужно какую-то победить. Железяку, украсть ракету. Да. Скала, скала. Скала, скала. Так, а теперь нам нужно выходить отсюда. В те странные локации. Походу, ребят, мы вернемся сюда еще раз. Знаете почему? Сейчас мы сюда раз прибежим. Потом я вернусь, походу, на доске объявлений. Появилось еще одно новое задание. Там еще будет что-то. Пока что мы просто бежим. Добраться до логова Краснохвоста. А, мне его убить нужно просто. Ну, давайте убьем. Не, вот это вампир, он жесткий. Так, а теперь открыть бутылочку с чем-то. Вот он! Убей его! Ладно. Ой. Отлично, еще один трофей на стену. А вот это вот уже пожестче будет, но... Ха, ну там... Увы, долго этот. Так, ладно, у нас 26 свободных мест. 26. 26 и 26 это примерно много. Так, 2300. 2300 и сейчас там до хера будет. Потом мы немного сейчас пойдем поздадим задание, да. Сдаем. А мне интересно, если вот, вот выйду с игры, да и сюда опять вернусь. Мне аж даже на пойдет все сундуки. Чё? Чё, блядь? Охуели? Охренеть! Найс, найс. GG, нахуй. Охренеть. Классно. Самое лучшее DLC в мире. Охренеть.
Вышел, называется, вернулся. Сколько там ящиков? Ёбаный в рот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 ящиков еще закрытых. Почему 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и там 1, 8, потом 9 и еще 3. Охренеть, найс, 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 найс. Просто супер-пупер, тубер-дупер, блядь. Тысяча порезов, вы умрете, это не шутка. Бать, у меня сейчас жопа триггерит, пизда. Классно. Ебало. Сука. I must say those pheromones are certainly... Иди в жопу. Here you are. Один и в одиночку опасно, без шуток. Представь себе животное размером с небольшой дом. Теперь представь, что у него убиваешь. Друг мой, наступило время, когда подобные мечты сбываются. Я нашел это живоглота. Собирай друзей и перекончи его. Угу, победите. Но это, скорее всего, снова же рейдовые боссы, как обычно, да? Нет, 35 уровня. Победите непобедимого. Но это то же самое, что у нас был здесь непобедимый. Прожорливус непобедимый. Сложность нормальная. Где-то на просторах Эргуса есть большой-пребольшой мордоплюй, и как и во всех большинство предбольших зверей, его непременно нужно убить. Справитесь ли вы с этим заданием? Местный колдун жажден. Нашел на какие-то образцы под своей волей мышь зверя. Та-та-та, поэтому они задали цель убить вождя Джака и освободить. Ну это туда, куда, блядь, я вам говорил, нужно будет вернуться. Где босс, блядь? Поехали. Содержимое скрыто. Что по сообщениям? Так, популярные исполнительные братья Грим, Цагнян и Митя Фомит выступают с концертом в Донецкой парке Щербаковым. Будьте рад. У меня такая сейчас хуйня, а вы мне там со своим концертом идите в жопу. Просто идите в жопу. Просто я не понимаю. Думал, сейчас схожу, продам вещи, вернусь там, может что-то охренительное будет. Ага. Охренительная, вот охренительная. Просто охренительнее некуда. Блять. Ладно. Считайте, еще точно будет две серии у нас. Погнали еще раз, слетаем, я не знаю. А я, кажется, знаю, где, куда это может еще быть проход стоять. Ну-ка, или там тупик. Вон там тупик. А там тупик, оказывается. Ну ладно. Я просто иного пути туда не вижу. Не, ребят, скорее всего... Я забью на это DLC. В первую очередь это я не знаю куда и как мне туда попасть. Слишком тупая локация. Слишком тупое то, что я могу вернуться туда. И понять то, что я не могу дальше никуда пройти. Вот это, наверное, самое веселое, знаете, прикиньте, вот игроки тоже, как и я, думают, блин, а у меня только 4 свободных места, блин, ладно, ни хрена, пурпурная пушка, возьму ее, блин, а что в других ящиках, ладно, потом пойду, сейчас бегаю, продам все и вернусь. Вернулись они, как я,
смотрят, а что там? А что там? Ай, там ничего. Там хуй соси, вот что. Найдите логово мордоплюй. Нашел. А, так тут яйца. Ни хрена себе. И итьки. И что? Ну, нашел я и... Что дальше? Автопушка к бою готова. Что дальше? Нашел. Что дальше? Объясните. Сложно объяснять, да? Так а что мне в этом логове мордоплюев? Вы мне объясните? Ладно. Че, еще в лицо хочешь? Товарищ, ты в логове мордоплюй. Будь начеку. Убить бастионом. Хм, партнер, похоже, ты мордоплю уходит в глубину обороны. Если ты нападешь вблизи дистанции. Таизи. Еще кого-то вблизи убить. Это что такое? А. Кнопка самоуничтожения, понял. Давайте мне босса этого. А, вот бастион, оказывается. Ай. Слушай, а он не хочет. Как мне его достать? Бросаю хлопушку. Бастион. Он что, завис, я не понимаю? Алло, бастион. Ты там? Что это за херня? Ну скажите, разве это не хрень? Ну что он вот спрятался, и что? Вот пушка валяется, зачем? О, он вылез. А, чем они больше? Ага, приятель, ты отлично уничтожил зверя, а теперь ерунда какая-то. Уважаемый коллега, друг. Ага, похоже, бред какой-то, заканчивай, возвращайся. Как мне разобраться? Можно, пожалуйста, понять? Я не понимать. Я не понимать. Нахуя так сложно? А, давайте вот еще серии немного побегаем здесь. Раздаю задание, которое могу. Ну, типа. И все. Может, даже в этой серии япнусь. Ну, не в этой серии, а вообще в этой DLC. Сука. Бались. Помойка. Мне еще где-то несколько яиц нужно найти. Где-то еще яйца спрятаны. Так, ладно, что еще у нас есть? Сила. Как мне туда попасть? Давайте, ладно, еще посмотрим. Может, что-то все-таки найду я. Там не залезть. Нужно искать другой проход. Но я понимаю, что последние яйца находятся там.
Кажись, обнаружил. Ништяк, неужели? Ребят, я нашел. Ребят, я нашел. Все, полетели, полетели. Вижу яйцо сразу же. Плюс яйцо. Плюс настроение. Плюс яйцо, плюс настроение. Ну что это еще? Похоже, что Королевский отложил эти яйца, решив свести счеты со своим героем. Поехали. Let's go. Let's go. Так, вижу водоемчик. Снова же, просто пробегаем. Так, ну это понятно, взято из пещер. Локацию с пещер. А, так тут у этих яиц до хера было, ё-моё. А это бег. Так, мне показался или знак борды? Показалось. Ну, знак хранилища. Так. Шкваловый. Шкваловый охотник. Пойдем на логово, убьем того, кто там будет. И все, и закончим, короче, серию. Закончим вообще с этой локации. И отправимся там, где мы охотились на чубриком. А что next будут у нас за серии? Да, скорее всего, так придумаем. Что будет, придумаем. Вы мне все равно ничего не сделаете. А вот он сделает. А вот он мне сделает. Так, я вот не понимаю вот за печки. Что мне дают эти печки? Которые можно поджечь за то, что мне нужно для апгрейда. Видите, печка стоит еще одна. Так, добраться до логова. Добрался. Так, это если способ... Можешь сюда забраться? Найти добровольца. Да, мне нужно, короче, сюда, да, его пригнать. Ну. Ты можешь сюда залезть, алло? Мне нужно вот это проверить. А-а-а, ребят, так вы мне нужны. Окей. Сюда, сюда. Эй, 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 эй. Ну куда? Эй. Сюда, сюда, сюда. Так, убить. Не, все-таки базука жесткая. И она убивает быстро. Так, еще что-то. Раковые яйца. А, теперь мне нужно вернуться. Так, а вернуться мы как можем туда? Давайте я вернусь, как я сюда пришел.
Ой, там денежки выпали. Ну так, сейчас побежим. Там спрыгнем где-то. В этой серии добьем тоже что-то. Блять, там что-то есть на древе. Какое-то дерево. Мне невидимые стены бесит. На самом деле. Что это за полоса? Что это такое? Ясно. Next, хуёвые текстуры. Текстуры хуйня, как говорится. Просто в народе. О. Сильное зловоние. Нет, это не оно. Нам нужна коричневая, да? Надеюсь, в той стороне что-то да будет. Что я смогу сразу к врагу прыгнуть? К боссу? Не знаю, что там. Без машины, да? Мне кажется, там с машиной не получится. А, о чем мне урон не нанесся? Максимум странностей. Так, 38-33. 13 минут у нас. Да, сейчас быстро будет. Сейчас я тут спрыгну. Если там есть куда прыгать. Не буду морочиться. Походу некуда прыгать. Я ж не сдохну. Нет. Все, побежали далее. Ну, сейчас я быстро здесь машину возьму. Проедем обратно все. И до поворота. И закончим. Потом я ливну, снова ливну. Ой, ливну, короче, зайду снова в игру. А возьму этот. Убить Аризону. Ну да, видите, у нас здесь в основном охота на ту или иную дичь. То есть, ладно, их, ну, типа, DLC не такое что ужасное. DLC все-таки, ну, не такой уж и ужасное. Но все равно хуёвое. Даже я сейчас буду полжизни бежать к туда, к боссу. А это мне нужно сейчас бежать сначала все на обход, потом бежать именно к этому черту. Да-да-да. А вы как думали? Все так. И у нас получается одна миссия дополнительно тоже идет в категорию «Я хуй ее выполню». Нет, на этот раз мне не спасло ни хера. Вы меня не убьете, я просто буду бежать. Меня так максимум это могут шаманы убить. Ну, который будет замедлять. И второй, который будет меня сосать. Тогда я сдохну. А так не. Невидимые стены, да, здесь раз минус. Враги, ну именно обычные враги, сильнее, чем сами боссы. Два минуса. Шаман, который хуй убьешь, хотя у него уровень маленький. Три. И финальная ситуация, которая у нас была сегодня. Четыре. Много еще можно привести, что. Можно еще много что привести. Получай!
Что? Нет, не сегодня. Это как? Аризона, а ты жесткая. А, блядь. Ладно, заканчиваем серию, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Я не буду убивать ту тварь, поэтому всем пока. И скорее всего, да, и это будет конечная серия. Если у меня жопа сильно не сгорит, может быть, я продолжу. Поэтому как-то так, всем пока. Снова же.